Я рад приветствовать хранителей света на канале Дамако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Candle. Ну что, дорогие друзья, пришло время продолжить нашу историю. Давайте смотреть дальше. Опа. Так, это понятно. Значит, сюда надо было запрыгнуть. Опа. Что это такое? Это что такое? А что за фигня? Это каша, что ли? Что это такое вообще? Это штука, чтобы птицу кормить? Вау. Какая странная вещь. Офигеть, специальная кормилка для птицы. Что мешает сесть на крышу? Жри давай дальше. Мне твои яйца нужны. Да-да-да-да-да, там по-любому типа еще есть что поесть. Давай залазай. Хватай яйцо, погнали. Бежим! Пока она не одумалась. Она все равно тебя опять яйцо это заберет. Ты не думай, чувак. Ты, наверное, сейчас думаешь, что вот ништяк, я тебе сейчас помог. А на самом-то видели. Она опять увидит это яйцо, опять его заберет. Наставь. Так, а теперь давай-ка мне делай штуку такую. Какую я обещал. Так, ему что, вот это надо дать, да? На, делай. И орех мне раскали. Интересно, если я птице дам, подсыплю в ее еду орех. Будет ли она... Случайно его, например, клювом до него дотронется и такая... черт. Давай его клевать. Может, смогу ее подсунуть, орех? Но я точно понимаю, что дверь-то мы откроем, в гонг мы ударить не сможем. Так, чувак, ты там еще не очнулся? Случаем. Открываем. Заходим. И вот мы на улице, да? Интересно, что там делать-то мы будем сейчас на этом балконе? Это уж точно, что мы на балкон выходим. Потому что у нас специальной колотухи для гонга-то ведь нет. И что там дальше делать, я не знаю прям. Пока мы ее не достанем. Пока орех не расколем, колотуху не достанем. Правильно ведь? Пока колотуху не достанем, не сможем в гонг ударить. В гонг ударим, что-то откроется, наверное. Вполне возможно, откроются ворота снизу. То есть нас все связывает чисто на гонг. Может, я смогу орехом... дать, нет? А сюда залезть? Да вроде как нет. Я думаю, может быть, по крыше там что-то можно найти. Тут же куча всяких локаций. Ножом нет. О, я могу запрыгнуть, смотрите. О, может, орех? Ты сожрала мой орех? Сейчас, мы сейчас птицу укокошим, не дай бог. Она просто его проглотила. Птица, ты же просто его проглотила и просто выплюнула. Ты даже его не клевала. Пипец какой-то. Это вранье в прямом и переносном смысле. Ну давайте, ладно, соберем, что там. Отлично, нашли. Значит, раскололи плод. Есть сейчас не хочется. Поэтому Теку может обменять ядрышки ореха на кусок мыла, которые были так необходимы толстяку. А, клиенту в горячих источниках. Понятно, клиентам написано слово. Что самое-то интересное, то, что даже если бы ему хотелось есть, неужели бы он сожрал его и не стал брать мыло. Ну погнали, отдадим уже. Что-то так уже долго тут больно задумывал. С этими... Я что-то уж прыгал и вроде и так, и сяк, и никак не получалось мне туда наверх забраться, надо перебраться. Ва-ля-ля, ва-ля-ля. Давай мыло. А свои танцы оставь себе, мне не интересны. Так, ну давайте узнаем, что там скрывается за тайной... за тайной гонга. Когда ударим, мне кажется, птицу больше перепугаем, чем что-то должно произойти. Птица скажет, ну вас нахер, я полетела. Что еще может произойти? Чувак, ты там не очнулся еще? Там чувак на полу лежит, он до сих пор без сознания. Он до сих пор без сознания. Только не говори, что я тебе еще мыть должен. Твое бренное тело. На! О, пена пошла. Пена для ванна.
Ваня-маня, хорошо мне. Блестящий такой жирнячик. Давай проваливай отсюда. Мне теперь что, в грязную воду в твою лезть после тебя-то? А что ты мне в ноги как свинье какой-то бросил? Я столько тебе всего принес, мог бы и на столик положить. Пипец. Ну ладно, хоть камни, дорогие. Ха-ха-ха, это ладно. Что ты нырять сейчас будешь? После него в грязную воду? Ну пипец, он же там мыл свои чресла. Чувак, просыпайся уже, тебя сейчас скоро все отсюда вынесут уже. И ванну украдут. Не спеши глазом моргнуть. Так, ну давайте, вдарим. Пришло время вдарить. Пришло? Пришло. Возможно, откроется врата снизу. А потом мы сможем мост опустить. Я так предполагаю, что должно работать приблизительно по такому принципу. Хотя подождите, мы снизу уже пришли, да, наверное? Мы через самый низ мы приперлись сюда. Ну да, мы через низ-то и пришли. Значит, возможно, гонг запустит ворота. Опустит. Он не сможет ударить в гонг, пока угощение... Что? Пока чё? Он не сможет ударить, пока угощение не будет готово. Угощение не почудилось? Я точно не почудилось? Пока угощение не будет готово. Угощение для кого? Для птицы для этой? А, все, понял. Здесь же тоже надо что-то положить. Да, вот угощение мы и положим. Клади сюда угощения эти. Все, погнали. А то мне показалось, что я, может быть, что-то гоню уже. Какие-то мои угощения. А че вообще? Че ты несешь? Так, мы сейчас, значит, получается, двери, значит, откроем. Ну, очень странно, смотрите. Вот если просто логически подумать, вообще даже не то, что логически, а просто пытаться прибегнуть к какому-то смыслу. Очень странно. У чувака, у которого баня собственная, купальня эти, у него на втором этаже гонг, в который надо бить, чтобы что-то произошло. То есть это не где-то на улице стоит, возле этого алтаря, на который надо ложить эти подношения, да, а именно у чувака в бане. Чё за бред? Полный капец. Бенч! Еще раз. Да, еще раз, они не расслышали. Жадные жрецы, конечно же, сразу же сейчас все опустят. Вон, смотрите, там наверху даже фигурка этого, да, стоит? Теска. Где тут такие? Полисмены местные? Кто вы? Охранники? Жрецы, наверное, да, храма. Такие, мы жрецы храма. За кристаллы мы готовы душу отдать. А жирняк-то, походу, не бедняк вообще совсем. Потому что такое подношение, типа, богатое. Что ж, 4 вышли, теперь не знаю, как делить даже будут. Ура! Мы никогда в жизни столько денег не видели! Сейчас он как даст палкой им по голове, скажет, все мое. И все. Ну, дальше-то что? Сейчас мы должны выйти, наверное, одного задушить. Аккуратно. И вот того. И в колодец. Так он купаться, наверное, да, сейчас один пойдет такой. Я пойду помоюсь. Да, вот этот главный жрец. А мы сейчас его как раз шмотки все заберем. Предлагаю его утопить. Гомно. Сейчас мы тебе устроим праздник. Так, ну шмотку, наверное, одну я смогу спереть. Тихо. Все, мы можем уходить, да? Палка нам не нужна. А, кстати, очень сильно похож, да, на них? Когда шляпу эту дел. Ну, вот этот вот наперекид. Вообще вылитый. Один в один. Они даже не узнают меня, представляете? Типа, все мы на одно лицо. Я сейчас проникну в логово врага. Тоже сейчас приду порадуюсь немножко. А кто же бы попрыгал бы? Для виду. Типа, вау! Смотрите, у них у всех рот открыты. О! Опа-опа, мне тоже надо будет сейчас сделать нужный момент. Давай, я тоже. Ха-ха-ха-ха-ха!
Кукри. Кукри. А я молча это делаю. Смотри, у них всех рот открыты. Чоко. Чоко. Я за место него. Все, можно заходить. Опять будет, да? Чоко. Тими. Кукри. Тими. Кукри. И что мне надо? Я же нажимал. Что ты? Он должен... Такие все повернулись. Он должен был вверх руки поднять же. Разве нет? Тими. Он этот вверх поднимает руки. Просто садится. Тими. Тоже вверх. Я тоже просто сажусь. Кукри. Тимит. Ну, вверх же. Кукри. Во-во, а я просто нажимал, и ничего не произошло. Кукри. А, нет. Надо было, как она сделать. Да, как она, последняя. Это, конечно, последняя девушка была. У нее голос больно женский. Да давай уже. Чоко. Тимит. Чака. Кукри. Тимит. Кукри. Бимит. Чака. Чоко. Кукри. Кукри. Тимит. Тимит. Чака. Чака. Еще опять дадут колдунство, еще новое. Уровень колдунства. Давайте. Кукри. 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 Чоко. Димит. Чоко. Димит. Кукри. Кукри. Чоко. Чоко. Димит. Кукри. Димит. Кукри. Кукри. Димит. Кукри. Димит. А ты дальше не прыгаешь, тоже прыгай. Я ж пойму, что ты дебил. Давай, собирай, радуйся. Пойму же, что ты не настоящий, радуйся. Кукри, Дими, Чака. Вот что надо было сделать. Я говорю, мой это он Хитман. Я понял, короче, он Хитман. Я тогда еще предположу, что он похож на Хитмана. Тоже безликий убийца, знаете, со свечой в руке. Пипец. Он просто выбирает способы убивать других. Они просто радовались. Просто радовались. А я взял их и укокошил. Вот так вот. Просто безжалостный, ублюдочный убийца. Вот кто наш Теку. Безликий, совершенно. А квесты-то не продолжаются. Ой, не прекращаются. Ну-ка, сюда. Сохранимся. Давайте сохраним. А что такое? А, типа, свечка нужна, да? Понял, все. Сохранимся. Шпинг-шпинг. Кукри. Деми. Так, вот это по-любому подушка, наверное. Ага. Зря к ней подошел, да? Я-то не думал, что в нас стрельнет. Я уже думал, я могу ее снять каким-то образом. Давайте еще раз попробуем. Так, ну тут явно. О. Пипец. Я думал, что на бушку упадет, но я думал, я могу как-то отойти или отпрыгнуть, или еще что-то. Оказывается, нет. Так, ну тогда нам только вон туда. И проверить, что это такое. Так, подушка опустилась. О, что-то она ненадолго опустилась, когда я посмотрю. Чуть столько всего. И Теку нашел его. Огромный Теска возвышался над ним, сидя на крепком
троне. Его смех громко раскатывался по храму. Он был совершенно безумным и страшным. Гребаный ублюдок. Смотрите, там что-то возвышение змеи. Типа сверху боги молятся. Так, мне надо что-то ему на голову, наверное, кинуть, да? Тут вот прям технология такая. Так, давайте-ка обратно. А, теперь эта штука ходит туда-сюда. А если я нажму? Смотрите, последний экран. Ну, прям страшно стало. Не, ну я спрыгнуть-то не смогу, наверное. Не-не-не, тут что-то другое. Что только непонятно пока. Мне надо, походу, куб на них уронить, что ли? А как его поднесу-то? Никак. Так, открывается, значит, дверь именно там. Так, это что такое? Я могу сюда слезть? Ху-ху-ху! Фига тут за головоломок еще всяких загадок! Только что Теку с удивлением увидел, что среди пленных были и Вакчу. Это было очень странно. Да ничего странного, они не выполнили свой долг, и, пожалуйста, вот сейчас будут убивать немножечко. Только совсем чуть-чуть. Давайте еще раз нажмем. Так, мне нужна эта палка. Это по-любому. Так, ну тут нужны двое, наверное, да, чтобы выполнить такую функцию. Тот чувак с трубкой, наверное, мне подойдет, да? Так, надо дождаться, когда этот хрен сюда обратно. Смотрите, у него какой-то пузырь в руке. Ну, на поясе висит. Там что-то можно подергать, чтобы там что-то случилось. Странный механизм. Ну давай, топай отсюда. Ну топай. Давай, вали. Плюнь сверху на него. О, ну ты красавчик, зачем тебе это? А его надо там запереть. Не, ну чтобы его запереть, надо же туда что-то подложить. Подушка нужна. Наверное, нет? Так, я могу трость спереть, пока он отвернется, да? То есть я могу спереть трость. Но Вакчу могут позаорать там. Типа, забери его, убей его, спаси нас. Да, мужик, с трубкой во рту. Могу подножку поставить этому чуваку, мы бы его туда закинули. Давай, топай отсюда. Плюнь ему на голову. Сверху. Прям четенько так на него. Опа. Аккуратно за ним. Все понятно. Да-да-да-да-да. Мы сейчас спрятались. Сейчас этот чувак обходит, мы его за спину. Толкаем его. И после этого хренак с двери закрыли. Смеемся, как тот вот опасный, который сидит там на троне на своем железном. Да ё-моё, ты ж мог его толкнуть, ты чё, ничего не сделал-то? Даже, блин, там даже надписи не было о том, что что-то можно было сделать. Ну ты конь, Теко, у нас был такой хороший план, и ты все просрал. Я ненавижу. Давай топай отсюда уже, все. Твое время прошло. Дай время, дай молодым ходу. Палка. Запрыгиваем. Походу, его, наверное, толкнуть-то и нельзя. Этого упыря-манта.
Я так предполагаю. Потому что я подошел, там не было активно, что можно толкнуть. Так бы-то, в принципе, что толкни его, да закрой дверь и все. Нет, типа того, так нельзя делать, это неблагородно. Наверное, подумала игра. Но я вот не могу ничего сделать. Ну какого хрена? Я же не, даже его не, даже не тронул. Я просто ходил на цыпочках аккуратненько. Ну что вам надо от меня? Что вам надо от меня? Ну скажите, пожалуйста. Вы меня бесите. Не бесите своим поведением. Ту-т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 у. Зачем это вот здесь вопрос? Вообще не ясно, ладно. Что за палка? Давайте посмотрим. Длинная палка. Это палка? Ну спасибо, конечно. Я бы не додумался. Я думал, это не палка. Я думал, это змея засушенная. Или вяденая говядина. Или это все-таки ветка бузинной палочки? Там что-то бутылки какие-то гремят. Ну-ка, давайте жмякнем здесь. Так, тут нужен огонь. Ну давай, топай обратно уже. Все, мы уходим. Его бесполезно, его нельзя толкать. Либо я пока не знаю как. Но палка нам нужна. Зачем только? Пока непонятно. Влазим и бежим. Так, если я, наверное, нажму обе кнопки, да, то тогда откроются обе камеры. Вполне возможно. Здесь, кроме как жмакнуть, ничего мы больше не можем. Ладно, давайте уходим наверх. Попытаемся сейчас наверху что-нибудь сделать. То есть нам нужно, может быть, нам надо палкой ударить. Ты что творишь? Ты что творишь? Ты псих! Да уйди нахер! Откуда его психованный? Мракобес. Как у тебя так получилось, не знаю. Я ж перепугался, он сейчас думаю будет стучать же. Псих, псих тут еще. Так, а что же мне? Не, ну прикольно, прикольно. Сейчас мы попробуем еще раз это. Только давайте попробую еще кое-что. Это надо. А, палка мне нужна, я понял для чего. Палка нужна вот для этого. Издалека, чтоб я жмакнул. Опа! Шмяк! Кия! Да не сюда, слезь! Что? А зачем это? Я думал, что я подушку смогу срезать. Непонятно, зачем она закрывает эти перегородки? Зачем вообще ее нажимать? Непонятно, надо подумать. Не просто ж так это. Для чего-то же это сделано. Подушка зачем ездит туда-сюда, тоже непонятно. Давайте-ка я обратно залезу. А-а-а. То есть я могу остановить на любом моменте, да? Так, другой вопрос, зачем? Срезать я не могу. Хм-хм-хм-хм.
Это если я затолкаю туда, меня убьет стрела. Зачем перегородки здесь открываются? Непонятно. И подушка зачем? Но если я, например, вот это сейчас вот столкну вниз, а ведь я могу это сделать, да? А нет, не могу. Значит, это максимально, куда я могу привести ее. Я подумал, знаете, может быть, мне надо заставить стрелу воткнуться в подушку. Только вот для чего, опять же? Да я, и как я это сделаю, тоже другой вопрос. Зачем створки закрываются, тоже непонятно. Створки зачем закрываются, тоже не ясно. Чтобы потом прыгнуть мог, да? О, я вон где даже. Там я чуваков отвлекаю. Дверь открывается, один начинает напрягаться, второй психует. Отсюда прыгать нельзя, вниз, наверное, мы разобьемся. Да и нас услышат. Все-таки с подушкой... Воу-воу-воу, смотрите-ка, у меня там какой-то высвечивалась какая-то фиговина. Я мог что-то заюзать. Смотрите, мог заюзать. А так что, тебе это не нравится? Так, давайте-ка тогда вот сюда вот еще сходим. Да иди в пень. Так, давайте осмотрим, что это такое. На алтаре виднелось маленькое отверстие. В него мог войти предмет сферической формы. И так вспомнил, где видел подходящее. Да в шляпе у чувака, у кого, у торговца. У него был такой. У меня его нет. Да не было там никого, тебе показалось. Какой-то все-таки опасный. Ага, нюхай мою попу. Так, теперь осталось только разобраться, ребята. Осталось только разобраться. Разобраться, зачем? А где палка? Я что, ее не забрал, что ли? Да я вас всех уничтожу. Блин, упырь, я у тебя палку не забрал. Иди в пень. А, может быть я... Вау, ну-ка. Нет, ну что ты делаешь? Тыку, блин. Ядрит, раскудрит. Ну и опять! Какой ты бесючий теку! Почему ты не прыгаешь, когда нужно? Вот сейчас ты запрыгнул, а тогда нет. Что за херня? Так, смотрите. Зачем ковер? Ковер смягчает прыжок? Вполне возможно. Я думал, что я смогу вот за эту штуку зацепиться, и она меня отвезет наверх. Я думал. По-моему, это хороший план. Не?
прям вдруг. Ну, получается, там я все равно слезть бы не смог. Как же нам тогда там поступить? Ты что, кого-то увидел? Меня, что ли, увидел? Как у тебя это получилось, интересно? Что такое? А вот так вот? Эй, обвисшие сиськи. Чё ты там увидел? Нифига я не понимаю, зачем эта подушка катается здесь. Вообще непонятно. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, приостановимся на этом моменте. Потому что мы попали в последнюю локацию. Я так понимаю, это будет последняя локация. Да, и здесь будут последние загадки, которые нужно будет разгадать. Эти головоломочки. И спасти нашего шамана. Вон, посмотрите, кстати, вон он где. Шамана. Вон он, видите, сидит на кратарях. На коленях там молится. Вот. Мы там уже разгадаем и попробуем пройти игру. Я думаю, это будет все последней серии, которая выйдет в следующий раз. А сейчас, если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, комментировать это видео, добавляйте плейлисты, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании, дорогие друзья. Загляните туда, смотрите и получайте удовольствие от других прохождений и от этого тоже. А с вами был Станислав. Всем спасибо за внимание. Вас всех крепко обнимаю. Целую, люблю. Увидимся в новых прохождениях. Всем пока!